Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в очередном видео. В этом уроке я хочу показать новый эффект Scroll. Данный эффект будет просто показывать, сколько осталось до конца страницы. То есть, когда страницу мы прокручиваем за ползунок вниз, у нас будет две возможности, как это отобразить. Смотрите, в левом верхнем углу появляется полоса. Это просто разноцветная полосочка. Если я ползунок прокручу в самый низ, полоска показывается во всю ширину нашего браузера. Здесь вы видите просто картиночка, она дублируется автоматически, то есть вы можете здесь использовать какой-то паттерн вдобавок. Это один вариант. Второй вариант, смотрим в нижний правый угол. Это наиболее такой интересный вариант, это проценты. То есть у нас бегут проценты и показано, сколько осталось до конца страницы. То есть вот 100% страницы прокручены вниз. То есть вот такие вот интересные элементы. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. В папке с виджетом будет два элемента виджета. Это у нас проценты бегут и вот этот вот бар. Давайте сначала разберем проценты. Я вытягиваю проценты, часть элемента виджета на холст. Располагать вы можете на сайте абсолютно где угодно, так как в настройках указывается, где ему расположиться. Значит, font size, ну это вот, в общем, размер наших цифр, можно даже сейчас поиграться, сделать побольше. Цвет цифрам задается здесь. Bold, это тоже для шрифта, или normal, жирный или нормальный шрифт. Дальше, смотрите, назначить шрифт именно, можно вообще абсолютно ваш собственный, выделяете виджет и стандартным способом выбираем инструмент текст, и вот здесь вот выбираем шрифт для наших процентов. Уже сейчас, если мы посмотрим, у нас вот они, вы видите, внизу появились, да, но они слишком большие, поэтому я сделаю чуть меньше, сделаю 4. Сделал 4, и можно подубавить размеры самого виджета. А дальше позиция, то есть где отображается по умолчанию, это как раз таки в нижнем правом углу. Здесь можете выбрать из предложенного, где расположить. Вертикал, дистанция, горизонтал – это просто отступы, то есть сбоку и снизу. И, в принципе, вот он как бы у нас готов. Смотрим. В таком виде, вот вы видите, внизу вот здесь бегут циферки. Достаточно интересный эффект. Давайте рассмотрим теперь прогресс-бар. То есть это наверху наша полоса, да? То есть вы можете использовать одновременно и этот элемент, или что-то одно. То есть тут уже на ваше усмотрение. Сразу вот это у нас высота нашей полосочки. Я сделаю 80, чтобы показать вам на примере, как выглядит с картинкой. То есть если мы сейчас просто вот так вот сделаем, у нас уже будет все работать. То есть назначили цвет, сделали высоту. Я прокручиваю, и вот у нас, видите, бар показан, да? Такая достаточно широкая полосочка. Дальше, opacity. Прозрачность данной полосочки. И вот следующая как раз опция Pattern, да, можно загрузить какую-то картиночку. Она автоматически будет дублироваться. И если картиночка не умещается, желательно здесь небольшую картиночку, конечно же, использовать, но если не умещается, вы играете вот этим параметром высоты вот этой полоски, да. И дальше вот эти все элементы относятся к тени. То есть Shadow Distance, это расстояние тени, управляется здесь. Размытость тени здесь, цвет самой тени управляется здесь. И Shadow Opacity, это у нас прозрачность тени. Top Margin, это у нас отступ сверху. То есть смотрите, у нас полоса, она у нас прилегает к верхушке браузера. Если по каким-то причинам нужен отступ этой полосы, то задается в этом параметре, да, Top Margin. Вот, в принципе, и все настройки данного виджета. Надеюсь, урок был для вас полезен, надеюсь, он вам понравился. На этом здесь все, и увидимся с вами в следующем уроке.